Итак, друзья, ну что ж, всем привет, это Путь Радуги, у нас 750 трофеев, 25 ранг, я возобновляю этот проект, знаете, это вроде как бы конец проекта, но в то же время это только начало, потому что пропать всех мификов на косарь, а их 6, пока что, которых я выбил, а еще и вышел Байрон, а еще и вышел Эдгар, короче, ну... Мы их обязательно приобретем, Эдгара просто заберем, это он бесплатный, Байрона выбьем, прапаем. В общем, если вы рады, что рубрика возвращается, то прямо сейчас поставьте лайк, подпишитесь. Ну и что мы планируем? Мы планируем апать каждого мифика на 1000 кубков, то бишь, чтобы цвет редкости совпадал с цветом рангом, как это вот с другими персонажами. Видите, да? Суть проекта именно в этом. И сейчас мы апаем пингвинчика на косарь кубков, и надеюсь, у нас в этом видосе это получится сделать. Хочу кое-что сказать. Стоп-роп. Это тот человек, который просто отказался от своего канала. Поэтому ссылку в описании вы, скорее всего, не найдете на него. Так у меня новый есть. О, у него новый есть, который тоже он так же продаст, как и старый. Так, нет. Я оставлю ссылку на новый. Перейдите, зацените. Если достоин он подписки, то подпишитесь. Если не достоин, то проходите мимо. Вот говорю как есть. Потому что, ну, согласен. Он так... Все, да? Тогда ссылка на стоп-роп в описании. Скоро у тебя есть канал, нет? Да, появился. Появился. Но я продавать не буду его. Тогда на скоро ссылка тоже в описании. Вот он продавать не будет, это точно. Подписка, лайк. Ну, а мы погнали апать косарик. Давайте покажу вам первую карточку. Мы играем в футболе. Сейчас посмотрим, как у нас все проходит. У нас очень сильный пик. Эмс, Кроу и Калет. Ну, я запутался, как его? Пайпер? Короче, ладно, нас тут подписчики встретили. Врубимся, когда будет серьезная катыч. Так, вот, нам попались очень топовые типы. Поэтому сейчас покажу вам каточку. Это, ребята, если вы в курсе, Несквик и... И Баунти, короче. Ну, знаете, да, таких? Опа, мы им забиваем гол. Так, ну, смотрите, я ставлю станцию. Пойду на правый фланг, наверное. Буду прикрывать вас отсюда. И накидываю им чемоданчиков. Так, моего ваншотнули, пингвина. Ой, меня застанили. И я, наверное, умер. Да, я даже спрашивать не буду, я умру. Так, ну что ж, тем временем... Ну что, мы эту катку должны затащить сейчас. Оп. Тихо-тихо-тихо, с ультой Джеки это печально. Да, подходи к воротам. Так что, подходи к воротам. Я далеко, очень далеко был. Так, ты сам отходи. Ну вот вам, собственно говоря, и Несквик. Я вам говорю, он нормально играет. Но не зря залетает вот так вот в центр. Тупо на мульту почти дали набить. Так, вот я бросаю ульт. Опа, застанили, классно. Нормально, я умер прям. Ну, хорош. Да нет, потому что так надо было. Все, вот и первая победа. Ну как, первая на видос. Вот, а так у нас уже сколько? У нас мы без поражений идем. Возвращаемся, нормально. Итак, у нас уже 800 трофеев, осталось 200, и у нас первый единственный персонаж на Пути Радуги, который будет на костре кубков. Ну, мы нормально идем, я думаю, что и остальных также будем. Следующий, наверное, будет Джин. Вы, кстати, можете написать в комментариях, кого апать следующего. Пишите. Ну что, уже серьезные ребята нам подбираются по 900 трофеев, и мы чуть-чуть застряли сейчас. Не так уже легко, уже есть и поражение. Ну, в целом, все окей. Итак, у нас новый ранг, это 850 трофеев. Это не новый ранг? А, это не новый ранг. Трофеи. Ну, тогда едем дальше. Зачем? Ну, а теперь, ребят, чекайте, кого мы затащили. Просто чекайте. Просто вот чек. Там по-любому сейчас будут космические кубки. Просто посмотрите. Уф. Чего? Че так плохо? Дава. То есть муж Бузовой. Визард — это маг. И Трэш Яквак. То есть это его твинк. Не-не-не, за другой. Да, у меня твинки играют на основе. И нам дали 10 тысяч кубков. Плюс андердог. Ты шо? Класс. Итак, ребятки, это 900 трофеев на Пути Радуги. И нам остается последние 100 кубков. Фух, ну чё, я прям уже в предвкушении. За сколько мы сейчас это сделаем. Челики нам попадаются такие уже, не слабые.
Ну что ж, топим дальше. Дальше интересней. Так, ну что, каточка за каточкой проходит, и у нас топовые соперники прям, ну, скор тащит очень сильно. Я рекомендую подписаться на его канал, просто зацените, что делает этот парень. Поехали дальше. Ладно, на Роба тоже подписывайтесь, я шучу. Просто чисто, чтобы ему обидно не было. Блин, не показал каточку на 950. Очень была мощная каточка. Мы на овертайме затащили со счетом 2-1. Было потно, безумно, но остается 48 трофеев. И мы, наверное, сможем, потому что мы настроены очень хорошо и идем, в принципе, тоже неплохо. Кстати, скорее всего, трансляция будет на канале. Вы сможете полностью пересмотреть. Фух, осталось чуть-чуть. Покажу последние катки. Поехали. Фух, так. Ну что, ребят, нам остается... Ровно три катки, да? Ну давайте эти три катки, собственно говоря, продемонстрирую на видос. Такс, ну что, вот нас предпоследняя каточка. Сейчас мы покажем, как мы отыгрываем. Так. Гейпик против нас. Оп-оп-оп-оп-оп, сейчас может повести, и мы сразу забьем гол. Нет, Роза не дает, но мы сейчас Розе мяч отдадим и будем ее пушить. Я попробую и... На, поспешил. Надо было не ультовать. Ну ладно. Попытка, не пытка. Сейчас новую ульту набьем. Блин, ну а на самом деле сейчас под ультой и давлением будет тяжело. Сейчас желательно нам тоже ульту накопить. А может и гол сейчас будет какой-то. Не вижу там ничего, нет. Гола не будет. Кина не будет, расходимся. Так, ну, Гейл улетает сходу. Тратит ульт Пока. Это хорошо для нас. И мы Пока забираем. Все, Роза ничего без Пока не сделает. Сейчас мы будем пытаться продавливать. Так, Гейла забираем. Так, Пока. Пока минус. Сейчас осталось забрать Розу. И мы забиваем. Нет, не забиваем пока гол. Пока все еще в напряге. Идет катка. Так, не вижу своих пингвинов, гаджеты не юзаю, забываю за них. А вот и первый гол залетает. Ух, я немножко по эмоциям сдулся, но, ребят, 3 часа стримим. Ну, не так много, конечно, но все равно. Так, ну все, я просто даю пас, наверное, Роб забьет, хотя нет, ему не даст Гейл. О, мой пингвин немножко продамажил. Хорош, они прям в колонну выстроились. Скор настреливает неплохо. Гаджет, вот сейчас хороший гаджет был. Опа! Па-па-па-па-пам. Вот и счет 1-1. Сложно. Гаджет надо было мне использовать, поздно заметил. Так, ну вот сейчас наш шанс. Давай, скор, давай, родной. Давай, яй, нормальная мне одежда. Это было рядом, очень рядом. Так, ну сейчас откроется карта. У них там только Гейл на дальняк может стрелять. Но сейчас на ульте, самое главное. Не, ну Роб, это нужно менять тиммейты, ты понимаешь? Просто посмотрите, кого мы выносим. Ну, очень жестко. Нам остается две каточки, ребяточки. Это 8 трофеев, блин. Ну, погнали, следующий бой. Фух, блин. Вот эти минус 10 немножко задизморалили. Но так, в целом, идем неплохо. Так, ну эту катку мы не показываем. Кивлад нас заснайпил, спасибо. И нам остается последние два кубка. С возвращением. Путь радуги. Кивлад, спасибо. Погнали. Первый мифик, первый слой, который будет на 30 ранге. Поставили сейчас в лайк. Обязательно, давайте все сейчас дружно. Кто? Давайте все вместе. И я, смотрите, вот он. Хоба! Подписались обязательно. На колокольчик, да, обязательно жмякнули. Ну и пожелайте там в комментах удачи. Все, как только подберется команда, я сразу же подрублюсь. Итак, я очень надеюсь, что это не снайп.
и это какие-то интересные жесткие типы. Пожалуйста, пожалуйста. Они не крутятся, все. Все, собрались. Забивай. Забивай, родной, давай. А там как? Гаджет юзается, когда тычка, походу. А у тебя ульта не было? Ну, это гол. Это гол, она сейчас на ульте зайдет. Вот это трикшот. Так. Ну, Эдгар, конечно, меня тут вынесет, но я ему тоже не дал. А он не хилится от моей головы, отлично. Так. Опа. Ставим станцию. Пам. А вот и первый гол. Ну что, остался последний гол. И слушайте, все, косарик есть. Путь радуги, посвящение. Возвращаем, все, пацаны, короче, отдают катку. Говорят, всем спасибо за просмотр. И всем, как говорится, здравствуйте. Слушайте, ну 3 часа не зря играли. Так. С возвращением. Путь радуги. Косарь ровно. Просто идеальное возвращение. Можете поздравить. Вы посмотрите, как красиво смотрится 30-й ранг на мифике. Вот так вот должны смотреться все. Мне надо апнуть Мортиса, Тару, Джина, Спраута, Макса, Байрона. Ух. Это только начало, друзья. Подписывайтесь. Вас впереди еще ждет много всего интересного. Вот. Надеюсь, вам понравился пуш, ну и возвращение. Если хотите продолжение видеть, ставьте лайки. Ну и на скоро подписывайтесь на 100 проба, чё уж там. Все, до скорых!